Всем доброго дня! Вы на канале Будни Милка 70, и у нас опять что-то горит. Но в группах пишут, что это горит какой-то склад в сторону Высоцкого. Вот проехала пожарка, видимо, туда. Каждый мороз что-то горит. На самом деле это очень страшно, когда что-то горит. Вот это прошлогодняя коза отрады, это Ева. Она вся черненькая. А сейчас покажу нынешнюю козочку. Мышонок. Мышонок! 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 Это тоже Радина. Девочка, она вот вся такая красивая. Мышонок, мышонок, спряталась. Я обрезала с нашей утки весь жир. Получилось вот столько жира в мешочке. Капец, какая она жирная. Это просто кошмар. Я сделала маринад. Тут перец, травы, масло и лимонный сок. Сейчас натру, потом в фольге буду запекать. Вот так я ее изнахратила, нашу уточку. Но иначе ее готовить невозможно. А на этом жиру мы пожарим картошку или драники, или еще что-нибудь. Будет очень вкусно. Вот такой ужин у нас сегодня будет. Это картошка с кабачками, с уткой будут запекаться. Потом я сверху положу обжаренные баклажаны. И рыба-зубатка жареная. Вот такой ужин у нас будет, как сготовим. Попытаюсь снять, у меня никогда не получается снять. Я решила прилечь отдохнуть после утренней управы. И ко мне пришло вот такое наше чудо. А, чудо. Чудо. Ну, они так любят ластиться, да? Эй, мышок. Это кот-охотник у нас. У нас два таких черных кота. Они сейчас стали огромны. Как он мурлычет.